Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас мой любимый салат «Цезарь» моего собственного производства. Рецепт будет внизу в инфобоксе. Кстати, рецепт снимала я сама. Потому что мама говорит, что у меня он получается гораздо вкуснее. Хотя мы делаем одно и то же. Ну, в общем, такой он у нас огромный. Здесь пекинская капуста, помидорки черри, сухари я делала сама, то есть не покупные. Получилось очень вкусно. Когда я готовлю, проблема в том, что в процессе приготовления я уже наедаюсь, представляете? Это как папа готовит шашлык. Самые вкусные кусочки уходят там. На этапе обжаривания. Обалденно вкусный салат. Я, знаете, не пожалела. Прям конкретно много сыра наложила. Иногда в ресторане заказываешь. И просто в шоке от приготовления. Однажды я увидела в одном из салат, в одном из ресторанов, в меню очень красивую фотографию Цезаря. Я думаю, вау, закажу-ка я тоже. И что вы думаете? Вместо вот этой пекинской капусты были просто листья салата, вместо помидорок черри были обычные помидоры, вместо перепелиных яиц были обычные яйца. Курицы совсем чуть-чуть. Ну, в общем, о чем я хотела с вами поговорить. Вчера на меня как-то, не знаю, прям напала ностальгия, так скажем. Я начала пересматривать свои старые истории. И решила поделиться в истории своими старыми историями. То есть историями из архива. Вот. Опубликовала одно видео. И все мне начали писать, как один ты, что Айка сделала ринопластику. С одной стороны, мне безумно приятно. После того, как мне так, как бы, все начали писать, я начала пересматривать свои истории и реально ужасаться, насколько у меня большой был нос. Какой сейчас нос и какой там в историях нос. Дело тут не в фильтрах. Я сейчас вот в Ютубе снимаю видео. Здесь не применяются никакие фильтры. Обычная камера. И все как есть. В общем. Я могу сказать так. Во-первых, тогда я была очень худенькая. И когда ты худенькая, нос кажется большим. Не знаю, с чем это связано. Наверное, потому что у тебя нету щек. И на фоне просто лица нос кажется самым большим. Потом я сделала губы. Когда я сделала губы, я была в шоке, насколько уменьшился нос. И это не потому, что я сюда вколола ботокс или что-то с ним сделала. Наоборот, мне не нравятся инъекции в нос. Нос становится еще больше. То есть я против инъекции в нос. Все-таки форма меняется, но размер увеличивается, и это нехорошо. Если делать нос, то только у пластического хирурга. Единственное, что я поменяла бы в своем носике, просто чтобы он смотрел чуток вверх. А так меня все устраивает.
на этих историях во мне 49 килограмм, максимум там 50. Сейчас во мне 55. Вы знаете, эти 5 килограмм, они очень хорошо мне подходят. Мне не надо быть сильно худой. Сразу появляются синяки под глазами, сразу нос огромный. У нас в универе была девочка, она сделала себе скулы, она не делала губы, у нее губы были и так объемные. Сделала скулы, вот после этого у нее прям носик казался малепусенький. Но никакую ринопластику я не делала. У меня были такие мысли. Я отношусь ко всему этому очень даже положительно, но пока что я не готова. Возможно, когда-нибудь я это сделаю. Как вкусно. Около моего дома ни одного нормального ресторана нету, куда можно сходить. Ужас какой-то. Был один единственный нормальный бургер стейшн, он тоже закрылся. Я не помню, я ответила или нет, но было много вопросов касательно того, что я подарила своему парню на день рождения. Так вот, я ему подарила очень хорошие часы, просто я их показывать не стала. Если мы расстанемся, вы уже знаете, что дарить точно не стоит. Говорят, вообще, часы к расставанию. У меня был случай, подруга подарила часы своему парню. Я ей сказала, это к расставанию, не надо, не дари. Она сказала, я вот докажу тебе, что это все фигня. У нас крепкие отношения, они тогда 3 года встречались. И после того, как она подарила часы, через 3 месяца они расстались. Ну, возможно, это совпадение, я не знаю. Бывает в жизни всякое. Как будет, так и будет. Что поделать? Просто я не знала, что дарить. Я сначала подумала, подарю ремень от Гуччи. Зашла на официальный сайт у нас здесь в Азербайджане. Увидела, что на сумму, которая у меня есть на руках, я могу купить носки. Я почему-то думала, что ремень будет стоить значительно дешевле. Но были побюджетнее варианты, которые можно было взять, но они какие-то не очень. Не понравились мне. Поэтому решила подарить нормальные такие хорошие часы. Но я посоветовалась с ним изначально. Надо ему, не надо. Ой, какой цезарь вкусный. Сухарики. Бабушке вчера купила платочек. Очень трудно угодить моей бабушке.
ей вот что не купишь, она говорит, мне не по возрасту. Вот чуть-чуть там, не знаю, вот мелкие вкрапления, точечки желтые, все, ей не нравится. И сразу начинается вот эта пластинка. Мне скоро помирать. Зачем купила? Когда я успею это поносить? Я говорю, бабушка, живи, радуйся жизни. Когда помрешь, тогда и помрешь. Никто мы не знаем, когда это произойдет. Не надо зацикливаться прям на всем этом. И что, если человеку 90 лет, все, себе больше ничего не покупать? Я ей покупаю носочки, она их не носит. Сложила, оставила. На мне, говорит, есть носочки. А эти пусть останутся. То есть ей все жалко на себя. Зарядка садится. Ну вот только поставила на зарядку, а? Что за несправедливость? Делаем вот так вот. Сегодня прям получился какой-то итинг. Всегда хотела снимать итинги, но никак не могла заткнуться. Если видео резко оборвется, знаете, что забыла поставить на зарядку, оказывается. Кстати, что хотела вам сказать. Кто тоже, возможно, занимается блогингом или хочет профессиональную камеру от Canon. У меня у парня есть камера, которую он купил в Дубае 2 года назад. И она просто так лежит дома. Я ему говорю, что уже 2 года просто так лежит она дома. Вот зачем тебе она? Лет через 5-7 выйдут другие камеры. Техника, если не используется, ее лучше продать. У меня камера есть. Если вам нужна хорошая камера, напишите на мой пиар-аккаунт. Вам там Региночка ответит. Наверное, на днях в историю тоже буду выкладывать камеру. Возможно, кому-то надо, потому что продает он очень дешево, всего за 250 манат, учитывая, что она вообще не была использована. Пару фотографий сделали там в Дубае и все. То есть, возможно, будут желающие. Он хочет продать. Ну, естественно, только в Баку. Потому что это все отправлять непонятно, в каком состоянии прибудет. Если кому-то нужно, я вам, наверное, сегодня вечером скинул в Инстаграм фотографию, модели, все дела.
Цена 250 манат. Canon CyberShot какой-то. Вообще не помню. CyberShot S50, по-моему. В общем, точная информация будет у меня в Инстаграме. Возможно, вам нужно. Очень вкусно. Это уже мама жарила. В общем, я наелась. На этом все было очень вкусно. Обязательно переходите в инфобокс и смотрите рецепт Цезаря моего приготовления. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. Пока.